Привет, друзья! Это YouTube-канал Крас Ньюс. Я журналист Дмитрий Полушин. Рядом со мной моя подписчица из села Ирбейская Наталья Дербека. Здесь я оказался именно по ее вине. Она пригласила наш YouTube-канал в это село для того, чтобы снять материал об интересном человеке. Его зовут Андрей, и он находится вот в этом здании. Сейчас я туда зайду, и вы сами все поймете. Итак, друзья, мы находимся в селе Ирбейское. Рядом со мной Андрей Крюков. Современный молодой парень, который работает в цехе мужской красоты. Это ни в коем случае не реклама. Пользуясь случаем, я сейчас буду здесь постригаться и разговаривать с Андреем, и вы поймете о чем. Дело в том, что по словам Натальи, моей подписчицы, Андрей непростой парень. Парень целеустремленный, парень интересный. Я вижу, что у него не только все руки в татуировках, он этими руками неплохо стрижет. Но у Андрея, скажем так, прямо есть проблемы со здоровьем. Я, честно говоря, до сих пор даже не знаю, что произошло. Надеюсь, он расскажет. Я вижу, что ты на инвалидной коляске. Что случилось? О, это глупость молодости, я бы сказал. Короче, купил себе машину и сел пьяный за руль, что я советую не делать. Ну и как-то так вот. Вышло. Разбился я. Разбился? Да. Травма позвоночника? Да. И теперь ты не можешь ходить. Сколько у тебя уже времени ты в таком состоянии? Почти 5 лет. 5 лет? Да. Это сейчас тебе 27 лет? Да. Разбился в 22 года. Служил в армии. В армии научился стричь. Как бы пригодилось. Советую найти себя в армии. Ну, не просто так вот там как-то от этого все. Я предлагаю меня модельно постричь, давайте. И заодно мы будем с тобой разговаривать о жизни и о том, как сегодня можно молодым людям реализовывать себя, в том числе в селе вдалеке от Красноярска. А до Красноярска здесь сколько километров? 180. 180 километров, ребята. Андрей, начнем с детства. Расскажи, где ты родился, где вырос, кто твои родители, учился, женился, все, что ты можешь сказать о себе. Ну, родился я здесь, у нас в Ирбейском районе. Родители у меня простые люди. Мать работает в цветочном магазине, отец водитель. То есть в селе, где, в общем-то, у всех есть свои палисадники, свои огороды, есть и цветочные магазины, и это здесь востребовано. Да. Ну, то есть люди покупают цветы, да, семена. Да. То есть многие же вообще имеют какие-то стереотипные представления о селах, о провинции. Что здесь ни туалеты не нужны общественные, все у людей минимально по потребности. Да, у нас в основном заняться тут нечем в Рубее, кроме как там футбол играть, там я не знаю, чем еще там, волейболом. Ну, это не так уж и плохо. У вас есть футбольное поле здесь? Да, есть. Какое количество жителей в селе Ирбейское? Сколько здесь живет население? Ой, ну наверное 10 тысяч, да? Где-то? 10 тысяч, а молодежи сколько? Лет до 20? Может, 3-4 где-то. Когда молодые люди подрастают, заканчивают школу, что их здесь держит? Почему они здесь остаются? И много ли ребят уезжают в более крупный город? Ну, кто остается здесь, у них нету возможности там как-то в город попасть, там денег не хватает. Это же все равно как-то дорого в Красноярске, в городе жить. То есть ты хочешь сказать, что остаются прежде всего от безнадеги, а те, кто может уехать, те уезжают? Да. А почему? Ну, все-таки вот здесь родина. Здесь мама, папа, здесь бабушка, здесь там могилы предков. Почему молодежь засматривается на другие населенные пункты? Ну, явно там лучше, чем здесь. Ну, к примеру, там в город, если переехать. Ну, чем тут заниматься? У нас молодежь, не вся, сейчас в основном все за спорт. Ну, есть и алкоголики, и наркоманы, и кого тут только нету. А как ты думаешь, вот не тоже не рождается наркоманом и алкоголиком? А из-за чего нормальный, как говорится, румяный, краснощекий мальчик вдруг превращается в селе в наркомана или в алкоголика? Это что, наследственность, это среда какая-то, это ощущение бессмысленности и безнадёги окружающей? Это, скорее всего, его личное дело. Я не знаю, может быть, даже там дурная компания.
Ну а ты почему не спился и не обкололся наркотой? Почему ты нормальный? Ну, как бы, во-первых, у меня и здоровья столько нету. Как бы мне, ну, нравится мое дело вот, подстригать. Ну, многие с 13 потом... лет уже по статистике начинают употреблять алкоголь и наркотики. То есть до 20 лет человек, как правило, уже определяется, наркоман он, алкоголик, нормальный человек, играет в футбол или он на какой-то игле и на солях сидит. Есть ощущение, что все-таки в тех семьях, где родители пьют, ну где вот все-таки хватает же в деревнях семей спивающихся, что там в принципе и у ребенка нет шансов быть трезвым и куда-то выбиться в люди, что он как бы обречен. Честно бы, я не хотел рассказывать про это. Потому что если правду всю рассказывать... Конечно, да, врать смысла нету. А скажи, как ушел в армию, как вернулся? Ушел в 19 лет в армию. Послужил в Екатеринбурге в учебке 1.5 года. Потом несколько лет в Красноярске в военной полиции служил. Купил себе машину, все, решил погонять. Употребил алкоголь и все. Привело меня к это к очень тяжким последствиям. Ну, я сколько? Полгода лежал в больнице после операций разных. Потом где-то 2 года лежал дома, чуть с ума не сошел, кстати, от этого. Потом, знаете, думаю, просто сидеть и как-то деградировать не вариант. Ну, у меня как бы небольшой запас мастерства вот моего ремесла был. И то это с армии. Ты до армии на гражданке не занимался ничем подобным? Нет, я занимался этим с детства, но как бы... Не работал в салоне? Нет. И у тебя никакой работы не было здесь до травмы? Ну, где-то в лет 16 я там работал каким-то продавцом-консультантом. Но ни в коем случае не парикмахером, ничего подобного? Нет. Это все, знаете, я вот пока 2 года лежал, ну, как бы реабилитировался дома. Ну и потихонечку учился, смотрел ролики на ютубе как-то, ну как стригут там всякие моменты, фишки вот эти изучал. Ну и все, тренировался на друзьях, на близких там, на всех, ну, кто хотел. Ну и все, и думаю, достиг умения мастера. И я сам всему научился. Не проходя никакие курсы, кроме ютуба? Ну, знаете, я пытался пройти там какие-то первоначальные курсы, но я там ничему не научился. Но я сам там мог научить хоть кого, как бы это. Ну и сам потихонечку пробовал, не стеснялся, не боялся как бы экспериментировать. Ну и все, сейчас как бы люди все счастливы. А когда ты пришел сюда и начал этим заниматься, и уже сколько времени работаешь? Ну, уже работаем где-то 3-й месяц. Я познакомился с Натальей в Инстаграме. Ну и все, как-то заобщались, она мне дала... как бы свой вот этот кабинет, помещение, все, мы его маленечко украсили, повешали баннер, в интернет-рекламу кинули, ну и все, как бы люди начали ходить. Ну, некоторые бывают, удивляются, приходят, что там в коляске, некоторые не хотят у меня стричься, ну, как-то стремаются или обламываются, я не знаю. Баннер, как-то это говорят? Да? Ну, нет, я просто, знаете, как-то чувствую человека, угу. Когда как-то негатив там какой-то или еще что-то. Ну, а так в основном люди ко мне приходят, детей стригу, взрослых, стариков, всех. Ну, что, как бы никто не жаловался по моим работам. Сейчас вот продемонстрирую это даже на вас. То есть, по сути, ты занимаешься профессиональным этим делом 3 месяца? Нет. Дольше? Дольше, да. Я говорю, я недорассказал то, что пока реабилитировался дома, вот 2 года лежал, пока у меня заживали мои раны. Какие у тебя были травмы со спиной? Ой, ну у меня, был диагноз? У меня был оскольчато-взрывной перелом позвоночника грудного отдела и травма спинного мозга. Как, там у меня осколки залезли туда. А что у тебя с ногами? Что чувствуешь, что не чувствуешь? Я как бы чувствую боль в ногах. Постоянно чувствую боль. Постоянно? Есть? Постоянно. Она всегда. Такое ощущение, наверное, знаете, да, когда обожгешься вот кипятком, либо там как-то плитку там прижгешь, кожу щиплет, да? И вот это ощущение, оно у меня 24/7, короче, вот так вот. А не шевелить пальцами, ничего ты не можешь? Не получается, только вот эта боль и все. Я себя вот от пояса четко не чувствую. Ну, как двигательные функции. Да. А так, ну, что-то чувствую.
С кем ты живешь дома? Как ты за собой ухаживаешь? Что тебе помогает? Мне никто не помогает. Я все делаю сам. Я и колю дрова, и там, и топлю печки, и все делаю, как бы, все, что надо. Убираюсь дома, варю кушать, езжу на машине. Там, ну, все делаю сам, как и все люди, только сидя. Двигаюсь. У тебя родители живы-здоровы, помогают тебе? Слава богу, да. То есть это твой осознанный шаг жить самостоятельно, чтобы тебе никто не помогал? Да, потому что не будет, ну, какого-то легкого пути, и не нужно ждать от кого-то каких-то подачек или там еще чего-то. Нужно самому как-то двигаться, знаете. Потому что чем дальше, тем будет сложнее, я чувствую, у меня будет сложный жизненный путь. Ну, как бы и сейчас он нелегкий, но все равно не сдаемся. Ну, вот так вот я езжу на машине, палочкой газую, газ, тормоз. Вот так вот вылажу. Сейчас продемонстрирую, как я тут вылажу. Все, ну и аналогично залез. Тебя жизнь в селе, вдали от города, она устраивает? Здесь же и медицинская помощь слабенькая наверняка, если она вообще в каком-то виде Знаете, присутствует. вот что меня... Не, мне нравится жить в деревне. Тут хорошо, особенно летом. Но вот когда приходит зима, вот это да, это тяжело. Это нужно топить печки, вытаскивать золу. Золу, если вытаскиваешь, ее же не будешь валить возле дома или где-то там посреди ограды. Это нужно там куда-то увозить, на помойки там, на эти. И для меня это сложно. Слава богу, есть пока родители, они этим занимаются. Но в дальнейшем я не знаю, что я буду делать. Как вообще ты выживаешь с точки зрения финансовой? Тебе государство как-то помогает в связи с твоей инвалидностью? Ну да, ну есть минимальная пенсия, как бы, ну ее, конечно, не хватает. Нужно покупать себе медикаменты, так как государство привозит медикаменты, это вообще очень плохого качества. Почему так? Они бы попробовали на себе это. То есть всякие дженерики вместо то, что реально Всякие помогает. там средства для там гигиены, там мочеприемники, там, ну, буду говорить прямо, там всякую вот это неплохого качества приходится самому покупать. Но это дорого, капец. То есть пенсии по инвалидности только-только может хватать вот на все Да, эти. да. А это надо еще, знаете, купить уголь, дрова. Это все это дорого. Это вот купил уголь, дрова. Вот если я бы не работал, к примеру, да, и все. Потом как жить месяц? Ну как бы ладно, я не буду плакаться, нормально все. Не, ну мы же говорим сейчас не про плакаться, а вообще с того момента, когда ты начал конкретно работать и надеяться не только там на пенсию, как твоя жизнь изменилась, как изменилось твое настроение? Вот, ну, кстати, это мое любимое дело. Это не то, что я как бы вот этим хочу заработать кучу денег. Это просто, во-первых, мое хобби. Я бы сутками бы стриг бы людей. Любимое дело. Да, мне нравится. Ну и при этом, да, люди как бы благодарят меня финансово. Ну какой нормальный. Хватает. Почему Марвел? Я только один вопрос с самого начала волнует. Потому что я, знаете, вот этот вот старый лысый, это предводитель этой банды с Марвел-то. Помните, да, на коляске Да. там? Ну, вот это, по ходу дела, я. А, Люди Икс. Да, это я. Вот ты говоришь, если ценишь голливудские фильмы героев Марвела, супергероев, у них, как правило, какие-то сверхъестественные способности и качества. А какие ты качества в людях ценишь? Какие В качества? мужчинах. В мужчинах какие качества? Я думаю, что нужно говорить правду всегда. Я не люблю ложь, вот какую-то там, знаете, вот эта наигранность, вот это вот. Неестественность. Да, вот и люблю вот когда человек, прямых людей люблю. Не фальшивый, да? Да. Говори как есть. Не надо там. Самое интересное, Андрей, что все любят правдивых, но судя по атмосфере страха и тишины в социальных сетях, правду эту любят говорить только на кухне. Я вот уже несколько месяцев призываю своих зрителей, подписчиков начинать с себя. Если вы любите правду, то записывайте собственные видеоблоги.
или пишите хотя бы тексты правдивые о том, что происходит вокруг вас. Ты думаешь, много людей, которые меня поддержали, последовали этим словам и примерам? Нет. Многие понимают, что правда, она прежде всего бьет по тому человеку, кто эту правду говорит. Она вредит человеку, она может лишить работы, она может причинить неприятности. Правда, сегодня она может лишить всего и закрыть все двери. Вот в таком государстве мы живем. Но одно утешает, что так было всегда. Вот что интересно. Кто-то скажет, что сейчас мы живем в непростые времена, а эти времена всегда были весьма непростые. Вспомните советское время, вспомните репрессии, вспомните цензуру. Да, мы вернулись просто в это время, в этот период, когда с точки зрения рисков за сказанное, за мнение, за взгляды, эти риски снова вернулись. И в то время были диссиденты, позабытые такое слово, которые, вопреки всему, продолжали говорить правду. Многие из них уехали за границу, чтобы их не посадили. И это тоже, наверное, откликается сегодняшним временем, когда очень многие оппозиционеры вынуждены уезжать за пределы России, чтобы остаться на свободе. Что ты об этом думаешь, о политике? Ой, честно, я туда не лезу. А политическим? Смысл, я там ничего не понимаю. Но за какими, допустим, политическими деятелями ты следишь, кому ты симпатизируешь и почему? Ну, конечно же, Владимиру Владимировичу Путин. Да ты что? Да, он просто великий президент. А почему так считаешь? Ну, все как бы гонят на него, если честно. Не, ну как бы так-то он нормальный президент. Вот все там, я не знаю, вот люди говорят, что вот нового надо президента, да, и на что они рассчитывают? Что появится новый президент, и у них сразу появится хата, машина и там все остальное, они заживут ярче. Ну, вряд допустим, ли. Я на это рассчитываю. Ну, вряд вот. Ли. Ну, ладно, для показухи новый президент подкинут там семье вначале, там, 10 ну, подожди. Тысяч. У нас в стране именно от того такая апатия у людей, потому такое равнодушие и безразличие, и что считают, что лучше, чем при Путине, не будет. Давай разберем хотя бы обещания Единой России и Путина, которые звучали еще там 18 лет назад. Ну, предположим. Они нам обещали, что у каждого будет свой счет банковский, на который будут поступать доходы от использования недр. Mm-hmm. И это не сказка какая-то, которая нигде не существует. В нескольких странах это происходит, в том числе в Канаде, где там по 1000, по 2 долларов в год люди получают. Каждый гражданин страны. Да что я... мешает в России это сделать для 148 миллионов людей? Зная, сколько у нас газа, никеля, нефти, леса и все остальное, эти деньги были бы не лишними. Ну, представь, что если бы каждый гражданин России получал в год хотя бы 100 тысяч рублей. Что, президенту, новому человеку трудно это сделать? Да я тебе умоляю, изменить немного экономические потоки, национализировать то, что было ограблено и украдено, и отдать это народу, перераспределить. Ну, это не такая уж и баснословная вещь. Выполнить хотя бы часть обещаний про жилье доступное, а возможно и бесплатное каждой семье, тоже возможно. Огромная страна, огромная территория, сколько хочешь земли, ресурсов, кирпичей, камней, чтобы все это отстроить. Но нет же. Мы живем как будто бы как в матрице, где государство не заинтересовано, чтобы у всех были деньги. Государство заинтересовано, чтобы в стране были нищие и работали за копейки, пахали. В государстве уверено, что если каждому дать достаточно денег, люди перестанут работать. Перестанут выходить на работу, если вам дать достаточно денег. Там наверху считают, что мы все такие бездельники, что лишив нас мотивации зарабатывать, добывать себе на пропитание, экономика остановится. Вот какого мнения от нас на самом верху. А между тем, благополучное население, обеспеченное население, занимается саморазвитием, занимается творчеством, занимается собой, то всем тем, чем сегодня лишены люди. Если ты от заката до рассвета
и от рассвета до заката занимаешься поиском на пропитание, как прокормить детей, заплатить за ЖКХ, а у тебя мечта, предположим, не знаю, объехать весь свет, посетить какой-нибудь монастырь, заняться собой, заняться медитацией, все остальное, да? Тебя, по сути, ставят в условия, когда ты вынужден выживать. А выживание и жизнь – это две разные вещи. Вот о чем я говорю. И всего лишь одно лицо в государстве. Президент способен все это изменить. Я считаю, что Путин давно уже изжил себя. И если бы был порядочный человек, социалистических взглядов, потому что капитализм все-таки это бандитское такое государственное устройство, то человек с социалистическими взглядами мог бы для людей сделать гораздо больше, чем Владимир Путин. Что ты человека грузишь? Вообще, да, вы прям вообще, я тут на дебат приехал. Поделись своим внутренним состоянием, потому что я так понимаю, несмотря на то, что эта автомобильная авария, она произошла достаточно давно, как вот за это время твое душевное состояние изменилось? И от чего на душе становится легче с годами? Ну, то, что жизнь заканчивается быстрее. В смысле? Ну, как бы, поскорее бы дожить свой век, если честно. То есть, пока у тебя такое больше депрессивное состояние? Да нет, это оно не депрессивное, это просто реальность и все. Сидя, ну, не славливаешь ты там какого-то кайфа, если честно. Это такие, если честно, заморочки постоянные. Ты пока не нашел для себя некую такую идею, которая давала бы надежду и желание просыпаться каждый день. Я к чему-то веду. Вообще, я, допустим, слышал, я даже могу уверен, что не ошибусь, что ты атеист. Аутист? Атеист. Ты не веришь в Бога, скорее всего. Да, честно, я вот еще пока не разобрался, во что нужно верить. Я сам атеист. Но я тебе скажу, что когда ты встречаешь человека глубоко верующего, у него другой взгляд на мир. В определенной степени, наверное, это психотерапия. Верить во Всевышнего, надеяться на то, что есть у тебя кто-то еще, какой-то отец. Где-то самообман. Но веря в Бога, кто-то находит для себя надежду. Вот, и убеждает себя. А вот расскажи мне, как атеисту найти в себе силы просыпаться, и причем просыпаться с болью? Ну, к этому я хочу сказать, привыкаешь тоже. Человек привыкает. И к боли привыкает. Да, я вот честно, боль — это уже часть моей жизни. Вот как-то я уже даже не знаю, как без нее жить. Ну, вот так. А ты принимаешь без боли вообще? Нет, я вообще отказался от всего, я просто, вот, знаете, на характере, короче. Расскажи, о чем ты мечтаешь? Да, ну вот, если честно, я задумываюсь, что наша медицина когда-нибудь дойдет до такого уровня, что начнут ремонтировать спиной мозг. Я не знаю, там биомеханика там или еще какая-нибудь тема, но я не думаю, что это как-то невозможно. То есть ты мечтаешь... Да, я думаю, что найдется какой-нибудь там крутой хирург, хирург-бог, там, я не знаю, там вообще... А где тебя оперировали? Какие прогнозы тебе давали там врачи? Ой, мне сразу... Меня оперировали в краевой больнице, меня оперировал Ботов, доктор, нейрохирург. Угу. Ну, как бы он, я думаю, сделал все, что мог. Но и мне какие он прогнозы дал? Он прогнозы дал такие. Он сказал, что ты вообще как бы это будешь лежать. Ну, родителям такое говорит, что вы готовьтесь, что ваш сын будет лежать. Но когда он это сказал, знаете, меня просто перевернуло. Я, ну, начал специально сам раздвигиваться резиночками там всякими, тянулся, разминался. Ну и, короче, по итогу я сел. Для меня сесть — это было большое, большое дело. И вообще как бы... Все, что я сделал, я думаю, это многого. Это значит, уже как подвиг для самого себя. Да, да, просто я смотрю на некоторых людей, которым, ну там, не знаю, как сказать, судьба оставила им ноги, руки, голову, и они себя не находят. Хотя в жизни столько много интересного, и надо пробовать, браться, не бояться. Но я, ну, как бы, ну, со мной вот так вот произошло. Но я и сидя как бы смогу продвигаться свой жизненный путь, ничего страшного. Где ты есть в социальных сетях? А, ну, есть я в Инстаграме. Как тебя найти в Инстаграм? Мой аккаунт в Инстаграме Андрей94 Love Money, там, или
как-то, я не помню, как я там подписан. Love Money. Love Money, да. Love Money, если чем-то подписываетесь, иногда выставляю там. Ну, там бывают интересные моменты, особенно когда в прямой эфир выхожу ночью. Зацените. Ребята, я не буду долго Андрея напрягать своими расспросами. Человек не привык к интервью и к вниманию, но если у вас остались вопросы, желание познакомиться, пообщаться с Андреем, то пишите ему в Инстаграм, делитесь этим видео. Если есть что добавить и обратиться к подписчикам, пользователям интернета, то говори напоследок. Я надеюсь и верю, что найдется такой крутой доктор, который мне напишет в Инстаграме и предложит операцию, которая хотя бы 99% гарантии, что я там как-то задвигаюсь или, ну, что я не буду сидя. Ну, я надеюсь, что такой доктор есть. Спасибо, друзья. Это YouTube-канал Краснюс. Я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго. До свидания.